Виталик очень хороший, он добрый, понимающий. Мы вместе работали сначала долго. В один прекрасный момент я начал уже задумываться, что вполне возможно, что рядом со мной такой человек находится, который очень подходит для меня. Как-то у меня что-то внутри, какой-то внутренний голос подсказал мне, что пора высказать ей свое мнение, свои чувства. Ушел с той работы, уехал в другой город в семей. Спустя 9 месяцев я вернулся в Караганду, сделал ей предложение. И, если честно, был небольшой страх, потому что я ждал ответа. Голос у меня дрожал почему-то. Все, согласилась она. Я именно почувствовал не просто чувство, имеется в виду любовь. В общем, и мой мозг, и мои чувства, мое сердце все были только заняты. Поэтому я сейчас очень рад. Буду, наверное, радоваться всю жизнь. Мы с Виталиком договорились, что мы не будем друг другу врать, что будем только я и он. Мы уже дали друг другу клятвы, обещания. Я буду все это выполнять, стараться, трудиться. Я его очень люблю, я очень рада, что он со мной, что я с ним, что у меня есть такое плечо, я плачу. Вот. Я счастлива рядом с ним.